За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 7 автомобильных аварий, в которых пострадали 7 человек. В Стерлитамаке на улице Бабушкина столкнулись два КАМАЗа. По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие. Подробности аварии уточняются. В районе Толбазов фура слетела с трассы и упала на бок. О пострадавших пока ничего не известно. Подробности ДТП сейчас выясняются, сообщает сайт proufu.ru. В Уфе сегодня утром вновь были зафиксированы пробки в микрорайоне Сипайлово. Движение было затруднено практически по всей улице Жукова. Также на видео видно, что пробка образовалась при повороте с улицы Юрия Гагарина на улицу Жукова при выезде на проспект Салавата Юлаева.